Первенство Дальнего Востока по самбо позволяет оценить подрастающую смену борцов. Местная школа – одна из сильнейших по России, поэтому планка для новичков высока. Но молодежь радует, причем как в качестве, так и в своем количестве. Ковры спорткомплекса «Олимпиец» во время окружных соревнований собрали более 250 спортсменов. Сейчас Магадан приехала, Бурятия, Амурская область, Хабаровский край, Сахалин, Камчатка, Якутия, ну, в общем, 9 регионов. Ну и Приморский край вес собрался со всех городов. Это отбор на первенство России. Первые, вторые места идут на Россию. И вот поэтому такая конкуренция. Особой сложности соревнованиям добавляла и олимпийская система, по которой проигравший сразу же выбывал из борьбы за медали. Но некоторых такой подход даже больше мотивировал. Например, 12-летняя Юля Богданова уверенно прошла предварительные поединки и отступать уже не хотела. Поэтому собралась, дошла до финала и взяла первое место. Судьи даже вручили девушке приз за лучшую технику. Тут надо понять, что соперник делает, пытаться найти его слабые стороны и делать броски. Опережать соперника, не давать ему брать захват. То есть работа на стратегию и тактику. Но кого-то плотный дальневосточный отбор не щадил. Ване Уколову, к примеру, тяжело далась победа в первом поединке. Поэтому сил пройти еще дальше уже не хватило. Один из самых молодых местных самбистов говорит, что своими показателями все равно доволен. Я говорил себе в мыслях, отборюсь, как отборюсь. Выиграю, проиграю, неважно, надо отбороться, и выиграть. Но сначала меня родители записали для самообороны. А потом я увлекался этим видом спорта, И так постепенно стал бороться, вот на соревнованиях выигрывать стал. По итогам соревнований хозяева, как и ожидалось, оказались на высоте. Приморцы в общей сумме выиграли 8 золотых, 10 серебряных и 14 бронзовых медалей. Стоит напомнить, что спортивный 2019 год в России был объявлен годом самбо. Впереди всех борцов ждет уйма мероприятий и важных чемпионатов, на которых можно будет не только заработать награды и звания, но и успеть войти в элиту российского самбо. Максим Яковлев, новости спорта на Восьмом.